Всем привет, вы на канале Аптенют, и сегодняшний влог будет о том, как мы вместе с театром поехали на экскурсию в Бахчисарай. Я очень надеюсь, что вам понравится этот влог. На данный момент я иду на место. Да. Всем привет, друзья! Мы в поездке в Бахчисарай! Как дела? Аня, вы посмотрите за картошкой фри. Мы приехали за картошкой фри. Мы приехали. Смотри, сын. У меня сын. Ой, как тут просто. Как тут уютно. Пришла на заправку покормить своего сына. А тут мы встретили сына Ани. Это мой сын. Смотрите, это мой сын, а это Ани. Привет! Панамку можно? Да. Пошлите обзор, что тут есть. Первое, что мы видим, это... Это китайская еда. Это джин. Это импортные. Что тут пошли? Это дорожный набор, вилка, ложка, ножка, палочки. За 100 рублей? Это очень круто. Это набор дороже, там типа... Там даже палочки. Сколько это? 100 рублей, я куплю это. Купи, это очень круто, там палочки даже. Там, типа, знаете, холодильники, там стаканчики замороженные со льдом. А, да, я вот это очень круто. Пошлите, давайте поищем. Ну, да. Там уже поразился стаканчиками. Ой. Мне называется собака. Какая хорошая. Смотри, палочки! Ой! Ланчбокс! Даже говно какое! Да. Это уже будет заказывать? Да. Я сейчас позвоню твоей маме. Не надо, мама! Это чья трубочка? Моя будет. Короче, я ездила с классом на угле. Глеб, хлеб. Миха и Никита. Короче, что вы меня оскорбляете? Да я оскорбляю. Я тебя не оскорбляю, блин. Да я снимаю тебя. Я ездила с классом. А, она тоже в моем классе, но она не поехала с классом. Ну, короче, это очень классная трасса. Серьезно, очень красиво. Все классно. И вы увидите переход. Да, жарко. Ну, очень красиво. Все, ты в милых Евто. Нет! Это все, мы уже... Идите. Пока.
Аня, я туда не пойду. Пошли. Все равно пойдешь. Давай. Вот, мы, короче, сейчас поедем в лес. Тоже на шапку. У нас лук. Он еще и не закончил. Так, что к тебе? Дорогие друзья, мы уже едем. Милые едем. Что едем кушать стейк. Какой стейк? Худеть надо. Мы, короче, в кафе или в ресторане. Я хочу попробовать. Пиздец, сфоткаю. Передавай им привет. Сделайте себе привет. Плов, что думает русичка, если я... Я хочу попробовать это почитать. Плов, что думает русичка, если я... Идут, короче, такое меню интересное. Смотри, я сейчас докажу, что это, типа, не прислала. Смотри, видишь, как она? Короче, мы покушали. Сейчас поедем на горы. Здесь будут пробовать вино и сосок. Пока. Короче, у меня вот такое мороженое. Тут бабл-гам, пломбир и топлив карамель. Рок бизинчик. А у Сони? Мажор. Мажор. Короче, рассказываю. Спасибо, мне. Я заказала себе еду. Нормально. Это плохой отзыв, ты, да? И мне ничего не принесли. И нам нужно уезжать. А мне говорят, давайте поплачешь. Я не успею ничего сделать. Короче, я поменяю заказ. Я ем мажора. Мажорная. Мажор. Я ем мажор. Ё-моё нафиг. Ничего, нельзя фоткать. Да? Все фотку. Нельзя. Фотка красная. Красная трасса. Видишь, что это? Я тогда... Привет. Мы вышли из храма, теперь кушаем. У меня бисквит, у него булочка. Этот мама дарит. Чем? С творогом. Дарина, а у тебя с чем булочка? У меня с яблочком. Да, у меня с хлебом. У меня вода. Читаю. Кстати, прикольно. Мама Дарина кушает. Красиво. Да, мы доели, мы уже спустились. Дарина там. Короче, сейчас мы пойдем уже обратно в автобус. Нормально. Сейчас мы поедем обратно в автобус. Пойдем обратно в автобус. Это очень далеко, но хотя бы мы будем вниз. А вы меня записывали, как я прыгала? Да. И потом мы поедем в авто. Я надеюсь, мы поедем, потому что там узел класс туалета, она вам заснимет. А мы снимем туалет. А мы снимали. Вот вам немножко фотки туалета. Извините, но почему-то после этого мы сразу же сели в автобус и поехали уже домой. И поэтому я не снимала, потому что, ну, мы просто ехали домой, немножко поиграли в правду или действие, и все. Поэтому вот уже, когда мы приехали, видео. Также, кстати, новые фотки или фотка будут уже на моем ВК-аккаунте. Так что подходите, подписывайтесь, буду всем рада. Ладно, мы уже идем домой. И я не знаю, что из этого влога выйдет. Но в любом случае, хочу сказать, что мне все очень-очень-очень понравилось. Было очень весело. И... Много экстрима было, много экспириенс. Вообще все круто. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Всех люблю. Всем доброго ночи. Доброй ночи. Ну что, меня ночь.